Привет, мои дорогие! Я рада вас сегодня всех приветствовать. Я сегодня нахожусь в бассейне. В нашем городе есть замечательный бассейн. Значит, Аквадруй называется. Сегодня я вам здесь постараюсь сейчас все показать. Так что оставайтесь со мной и смотрите, как люди отдыхают. Вот, ребята, я вам показываю. Мы сейчас находимся в бассейне в нашем городе. Вот здесь табло. Со временем вот такой бассейн, это значит взрослый бассейн. Дальше идет, смотрите, дальше идет, получается, детский бассейн, потом там вверх для аттракционы можешь попрыгать, спускаться, и там вверху видите сауна. Ну, я постараюсь вам сейчас немножко все показать. Сегодня мы пришли со своей семьей. Валера, мой муж, мои два мальчишки, Владик и Саша. Вот это вот сегодня у нас суббота, 22 августа. У меня уже новая камера. Мне мальчишки подарили телефон. Надеюсь, прекрасно все видно и показывают. Значит, вход в бассейн, значит, нам обошелся. Два часа идет семейный, 69 злотых, плюс, значит, семья из 4 человек, плюс, получается, 1 час нам дают бесплатно. Значит, итого, значит, на 4 человека, на 3 часа бассейн плюс аттракционы плюс джакузи нам обошлось 69 злотых. 3 часа. Ну, а теперь будем гулять. Вот тут есть такие специальные, это лежачки. Когда вы заходите в бассейн, вам дают, значит, вы оплачиваете, и вам дают вот такой, получается, вот такие часики. С помощью этих часиков, знаете, получается попасть в сауну. То есть тут здесь все, получается, автоматизировано. Подносишь эти часики, можно открыть шкафчики. Сейчас я вам, кстати, все буду показывать. Это лежачки, чтобы можно было отдыхать. Здесь бассейн для взрослых. Он глубокий. Значит, там где-то у нас получается больше 2,5 метров глубина. Ребята плавают. Видите? Водичка замечательная, тепленькая. Просто одно наслаждение купаться в этом бассейне. Это детский бассейн. На улице сегодня дождь. Вот смотрите, вот эта труба, по которой можно спускаться, съезжать. Видите? Тут плавают детки. Совсем для малышиков. Совсем для малышей. А это вот бассейн, тут немножко, там получается такие более джакузи, видите, я просто не хочу сильно людей снимать, вот мы сейчас с мальчишками, сейчас пойдем наверх, а вот тут, смотрите, вот показываю, здесь сауна, да, наверх поднимаешься, ну, я туда не пойду, значит, 40 грошей стоит 1 минута, значит, сауна. Да, сауна получается финская, и получается сауна на травах, ребята. Ну, я скажу, удовольствие отличное. А там есть аттракционы, вот там вход получается, и заходишь и спускаешься на трубах, тоже супер. Ну, ребятки, вот такой сегодня мои мальчишки золотые, обожаю их, классные. Ребята, да? Ну, Саш, как тебе понравилось, Саш? Классно? Владик, а тебе понравилось сегодня? Да. Валерий Анатольевич, твое как впечатление сегодня? У нас еще 2 часа целых, да? Мне кажется, сегодня будет лучше.
Мы сегодня... По деньгам. Это же каждый раз, они на каждый месяц, на время года, они меняют свои... Люди ну, отдыхают, как, он, детки плавают. Чемодицы или нет? Ну там интереснее бассейн, здесь интереснее вот эти аттракционы, чуть-чуть покороче. Там их нету? Там один или два. Где? В Слебоцицах? Да, в Слебоцицах. Один или два? Может быть, два. Один большой. А здесь аттракционов сколько? Тут два, получается? Три. Три? Может, пойдем сейчас покажем но сауна, зрителям? Сауна там круче. Покажем. Да? Ну, после этого сауны. Мы сейчас в сауну. Не, мне просто потом будет неудобно с этим. Кто пойдет прыгать? Не, прыгать не надо. Прыгать нет. Я сама пойду просто покажу ну, немножко. Прыгай, Серега. А это получается там наверх поднимаешься и потом вот с этих труб спускаешься. Зеленые немножко ну, слабее, а тут еще есть другой. Вот, дети. Супер. А это турбо. Тоже такая классная вещь. Красная, но она самая крутая, это красная. Дети больше плавают в той зеленой. Да. Люди поднимаются, потом будут спускаться. Все. Вот, ребята, я сегодня постаралась вам немножко показать. Надеюсь, вам сегодня было интересно посмотреть. Сейчас мы идем в сауну купаться. А я вам всем желаю хорошего настроения, позитива, любви. Всех благ. Целую.